Вы представляете, я ничего практически не взяла, я офигела на кассе. В общем, поздравляйте меня. Буду тренироваться дома. Я говорю, что это? Нету энергии. Трындец. Всем доброе утро. Денька чистит зубки. Готовится к выходу. Как следует чисто, как мама учила. Ой, все, сели в нашу жару. 40 минут до приема. Сейчас минут 15, то есть все, доедем. 20 как раз вовремя будем. Бахилы не смогла дома найти. У меня их столько, девочки, я их покупала в фикс прайсе. Столько бахил. И в тот момент, когда я вспоминаю про них, не то чтобы даже иду куда-то, а именно иду и вспоминаю, что надо взять бахилы, я их нигде не могу найти, я не помню, куда я их положила, поэтому придется покупать. О, девочки, короче, вы, наверное, поняли, да? Вот невнимательность моя может вот в этих деталях меня подставлять. Сегодня, значит, я и себе сделала выходной, и Дэнни сделала выходной. А мы записаны на 13 августа. На 13 августа. А педиатр сегодня записан, поняли? Только после всех специалистов, к вечеру. Ой, я, короче, педиатра перенесла на ту же пятницу. Оказывается, не эта пятница, а следующая пятница. Ну, трындец. А я просто еще чуйка у меня... Ну, какая чуйка? Не чуйка, а все нормально. Сижу возле этого кабинета и смотрю, никого нет. То есть кабинет закрыт, и никого в коридоре вообще нет. Работает он типа в пятницу там с 10 до 2. Час никого нет. Думаю, ну как так можно? Все там расписано, не попасть просто. А у него, наверное, просто выходной. Вот что у него. Не знаю, короче. Просто если бы он работал, там были бы люди, была бы запись. Но почему-то нет. Я говорю, а можно сегодня попасть? Смотрю, никого нет. Он такой, нет, все расписано. Ну, супер расписано. Может, он где-нибудь в другом месте работает, конечно, еще. Ладно. Сегодня выходной у нас, ё-моё. Хоть я вам видео выпущу, потому что я там половину сделала, на телефоне половину сделала. И у меня нет времени скомпоновать, поэтому сейчас мы поедем первым делом домой. И я выпущу для вас вовремя видео. А так я уже хотела его выпускать завтра, а не сегодня. Так что будет видео хотя бы. Радость маленькая. Ой, все, надо перестроить весь теперь мозг. Я еще директрису встретила, говорю, ой, завтра мы в садик не придем. Я говорю, мы обход делаем туда-сюда, и я уже документы вам сдам в понедельник. Понимаете? А хрен ли? Так еще более того, я еще планировала, думаю, уехать, может быть, мне придется. А теперь я не смогу уехать вообще, блин. И... У меня там просто окошко было одно, в которое я могла бы уехать и поделать дела кое-какие. А теперь этого окошка нет, оно раздроблено. Нет. А я могу пойти только в государственную клинику, чтобы сдать вот этот вот весь обход, чтобы не придирались. Все серьезно. Привет, баба! Приветик, 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 приветик. Где поцелуйся? А ты что, не в садике? Вот там. Скажи, мама перепутала. На, бабушке отдавай. Передача алмазов бабуле. Бабуля, да. Мы ждем от тебя картины красивые. Подарочки. Ветер. Вы как в клипе снимаете. Ветер меня разытывал. Чего-чего, давно проснулась? Покажу на своем влоге. И алмазики, и сарафанчик. Девочки, заходите на мой влог. Да, ссылочку оставлю под видео. Что на голове творится? На голове у тебя клип. Да что, вчера Василюк снимала, сегодня монтировала. Работает. Что, прикольненькие вещички? А? Прикольненькие вещички? Ну, ничего, нормальные. Сарафанчик там голубенький один, хорошенький такой, с бутылечкой. А что не в нем вышло? А он без карманов, а мне надо ключи, телефон положить, поэтому. А мы вот такие вот перепутали день. А вы тунеядничаете, да, эту неделю вообще? Мы как всегда вообще. Вот это я как всегда. Ну, главное, чтобы я была внимательна в самых главных вещах. А это мелочь, хрен с ним. Я сейчас думаю поехать. Сейчас домой доделаю видео и думаю поехать взять одноразовую посуду какую-нибудь. Прикольную хочется взять. Ну, на день рождения. Какую-нибудь под серебро или под золото что-нибудь. Возьми. Да, сильно. Или Барби какую-нибудь. Ну, это мелочи, но приятно. Да. Ты сильный.
то не ядничаем. Вот так надо. Да, да. Вот так надо. Давай. Я ему говорю иногда, говорю, надо ручки. Надо обязательно Дынечка вот так вот одевать. Я ему говорю, ручки, он ручки одевает. Да. Вот как тут? Вот так. Скажи, я знаю, да? Я знаю. Знаю? Ну, надо вот так ездить, чтобы вот так было. Наоборот, точнее, надо, по-моему. Чтобы вот это было на этих. Ну вот здесь. Мне так кажется. Ладно, разберетесь. Ну все, давай, беги. А то мне еще делов надо делать. Закрывай. Аккуратненько, ручки, только все. Не прищеми. Покедова. Все, пока-пока. Пока. Ну что, мои хорошие, пока у нас все закрыто. Буду тренироваться дома. Наконец-таки. Все, сейчас вот перед едой надо потренироваться, потом отдохнуть. Чуть-чуть покачаю прессик и ножки, попку. Короче, позанималась. Дома, конечно, заниматься это не то. Какая-то жара. Я в Денькиной комнате еще занималась. Там кондера нет. Пока это все дело нахолодит, я уже в своей спальне здесь включила только что кондиционер. Были, короче, планы какие-то, куда что сходить. Потом думаю, нифига, такая жара, не хочу никуда даже выходить. А сейчас самая, ну не самая жара, но полчетвертого никак. Короче, думаю, сделаю заказ какой-нибудь нормальной еды. Вот, приготовлю что-нибудь. Хотя у меня там курица, у меня нормальная еда, в принципе, есть. Но молоко надо заказать на завтрак. Короче, сейчас что-нибудь закажу. Ставим одно из моих любимых блюд. Это у нас грудка индейки. Сейчас я ее порежу. Здесь я поставила водичку на макароны. Здесь мы будем сейчас делать нашу грудку с кисло-сладким соусом с ананасами. Так, сейчас у нас легко обжарится, ну вот прям уже почти будет готово. Сильно не люблю обжаривать я индейку или курочку, потому что когда она только слегка, знаете, вот такая только-только готова, она такая мягкая, такая вкусная. А если ее ужаривать, уже, короче, не то. Мне кажется, она уже жевательная какой-то становится. Я вообще люблю свежую, конечно, есть ее. Вот такой будем соус мы, девочки, использовать. Это мой любимый кисло-сладкий соус с ананасами Uncle Ben's. Его не везде можно найти. Я его, помню, давно искала. Вот пришло время его приготовить. Здесь кусочки ананасов и еще кусочки перчика. Короче, очень вкусно. Я не знаю, два делать или один. Они маленькие. Вообще, раньше была большая банка. Я ее всю использовала. Ну, примерно здесь как в большой банке. В одной. Поэтому две взяла. 2-3 порции. Сколько тут граммов? Сейчас вам скажу. Сколько тут граммов? Не вижу вообще. Прикиньте. Слепая. То ли не туда гляжу. Одна порция 100 грамм содержится. Не то. Чё? 210 грамм. Ну, ё-моё, слепанья. Я просто, если честно, очень люблю этот соус, поэтому я две банки кину, чтобы прям вот, знаете, прям все в соусе было во всем этом деле. Можно еще даже отдельно ананас туда накидать. Я люблю, когда много ананасов. Это сочетание очень крутое. Поэтому я, наверное, две банки кину, чтобы было много соуса и прям подлива и все дела. Посолила умной солью. Покупала в фикс прайсе. Нравится она мне. Она тут с приправками некоторыми.
уже почти готово. Сейчас буду заливать. Макароны буду готовить вот такие, вот такой фирмы. Мне очень нравятся. Тальятелли. Вот. И Деньке тоже нравятся такие. Сейчас водичка закипит. Кину. Будет у нас прям итальянское. Сегодня итальянское блюдо. Итак, выливаю первую баночку. Посмотрим, сколько ее здесь. А, ну очень мало, видите? Вторая прям очень нужна. Вторую. Я бы даже еще и третью сделала. Масло, кстати, я вот такое вот использую. Так, закипело, бросила сюда лавровый листик. Сейчас, ну, минуты 3-5 покипит, чтобы прокипело там все, и выключаю. Ну что, мои хорошие, вот и готовы мои макарошки с курочкой, с индейкой точнее. Сделала совсем чуть-чуть, как видите, у меня желудок уменьшился, я вам говорила. И вот я наемся этой порцией просто ой-ой-ой как. Ой, обожаю, видите, соуса сделала много. Денька тоже кушает там. Навел беспорядок. Как всегда. Короче, пробуем. Очень вкусно. Обожаю. Ну, а вообще, мои хорошие, сегодня у меня огромный праздник. Праздник круче дня рождения. Потому что день рождения один раз в год, а этот праздник, мне кажется, один раз в жизни. Я не знаю. Секретный праздник, но я просто не могу не поделиться. Я просто хочу вам сказать, что сегодня особенный день. Особенный день. 6 августа. За 2 дня до моего дня рождения. Вот. Сегодня несколько людей очень счастливы. Очень. Так что сегодня мы будем пить шампанское. Сейчас просто еще не вечер, 6:30. Я думаю, так, ближе ко сну уже шампусик откроем. Вот. Буду пить не одна, ну как бы в квартире буду одна, но я буду отмечать это событие с короче, буду отмечать это событие онлайн. На связи будут со мной онлайн. Вот, и мы будем немножечко так отмечать. Событие большое, но отмечать будем немножечко, потому что вот так вот. Короче, кто как будет отмечать, на самом деле, я немножечко. Бутылку шампанского открою, выпью бокальчик один. Просто потому что такое хорошее настроение. И это праздник, поэтому шампанское нужно по-любому. Вот. Сегодня много людей будут пить шампанское. Все, кто связан с этим праздником, так или иначе, будут его отмечать. Вот. Так что я просто делюсь с вами, делюсь вот этим внутренним праздником. Как бы не могу сказать, в чем праздник заключается, но знаете, что это мой личный огромнейший праздник. В общем, я не нашла бокал для шампанского, поэтому налила бокал для красного вина, на мой взгляд. Или белого. В общем, поздравляйте меня. Просто знайте, что у меня праздник. Ну что, мои хорошие, супер день близится к концу. Сегодня целый день. Считай, пробыли дома, только в холостую съездили в поликлинику. Сейчас сделала офигенский чай, накупила новый чай, появился в Faberlic. Просто я купила 2 чая, я, наверное, все куплю там чаи, потому что он невозможно вкусный. Его причем вот так завариваешь и не добавляешь ничего сюда. Он настолько насыщен ароматом и даже сладостью. И у него вот прям состав там гречка. Какао-бобы, то есть там какое-то все такое вообще натуральное и очень вкусное. А вот эту штучку зелененькую, это специально, ну, там не было в пакетиках, он рассыпной чай, я брала в моде.
Вот, так что вот так красивенько выглядит. И чай зелененький такой. Но он не зеленый, он вообще он не черный, не зеленый. Это чай гречишный. Из гречки. Представляете? Я просто удивлена. Классно, короче, с ягодами, такой послевкусие, обалденный аромат, кайф. Вот. В общем, все, отметили сегодняшний день. Все. Дальше больше. Дальше больше. Все будет. Все узнаете. Все будет. От вас ничего самого важного не скрыть. Вот. Так что... Что сегодня? Сегодня мы дома, получается. Завтра по-любому надо выходить из дома. Я сейчас еды заказала, но снимать сил нету. Я прям все пакеты в холодильник убрала. Завтра утречком встану и сниму распаковочку для второго канала. Я там заказала новый хлеб, новые вкусняшки, мороженое без сахара попробуем, дыню там, короче, попробуем, вкусное, невкусное. Короче, какие-то приколюхи там набрала. Небольшую распаковочку сделаю за Шан. Вот, а потом поедем в магазин, и может там еще что-нибудь наберу. Посмотрим. В общем, на сегодня я с вами прощаюсь, мои хорошие. Хороший продуктивный день. Вообще у меня 20-й год считается, да, 20-й год, вот эта пандемия. У многих как-то все тяжело, а я, получается, в 20-м году, да, в 20-м же году я взяла квартиру. Ремонт делала весь там 20-й год, да, и как-то у меня хорошо 20-й прошел, несмотря на то, что, конечно, были сложности свои в плане, что вот пандемия там, и все не работало, и долго ждать, доставка вот эта с Леруа, вы помните, была? Тяжко, короче, все это дело было, только в магазин, я помню, выходила в ближайший, особо никуда не ездила, как только чуть послабление пошло, уже начала ходить по торговым центрам. Ну, короче, все это дело сложно было. Но в целом квартиру привела более-менее в порядок. Понятно, что здесь еще работать и работать. Ну, я уже, честно говоря, подустала по квартире работать. Меня уже так на минималках все устраивает. Там чутка балкончик подделать, то все. Я уже этим заниматься не хочу. Я думаю, этим заниматься будет кто-то другой. Вот. И что касается... 21-го года, 21-й год, это вообще просто год-сюрприз. Это год-сюрприз, просто трындец. Я не одна такая, это год-сюрприз для компании людей, можно так сказать. Просто неожиданно и неожиданно хорошо, то есть хороший сюрприз. Просто не хороший сюрприз, а опупенный сюрприз. Ну, то есть нашим русским словом, опупенный сюрприз. Такого сюрприза просто, ну, я не знаю, какой сюрприз может переплюнуть этот сюрприз. Сюрприз-сюрпризище. Вот, поэтому 20-21 год — это вообще года, на которые я запомню надолго. Ладно. Да, я интригантка. Еще та интригантка. Интригую, пока что не могу ничего сказать, поэтому интрига-интриг. Вот. И в ближайшее время будет много интриг. Но в конце концов вы все узнаете. Не переживайте. Наберитесь терпения, вот и проверим ваше терпение. Насколько вы терпеливы. Все, пью чай, смотрю сейчас сериал «Политик» по Netflix. И Данька пошел мультики смотреть. Сейчас чуть-чуть еще поковыряемся и пойдем. Спать. Завтра новый день, новые дела, новые свершения. Спокойной ночи. Ой, мои хорошие, доброе утро, блин. Вроде встала, все хорошо, завтра день рождения. Сейчас смотрю одноразовую посуду, которую хочу взять. Ну, просто там улица, все дела, чтобы не заморачиваться с посудой, тащить все это вообще дело. Хочу какую-нибудь красивенькую одноразовую посуду взять. Сейчас пойдем, наверное, мы с тобой с вами выбирать. Мы с тобой подруга моя большая, огромная. Пойдем выбирать посуду, хочу какую-то симпатичную посуду такую взять. Вилочки, ложечки, бокальчики одноразовые. И, короче, пока сижу, вот это дело все выбираю. Да нет, там муха-муха, тра-ля-люхи, что-то. Иду его спасать от мухи. И смотрю, у меня свет кольцевой, который мой, вилка. И на этой вилке один штекер только торчит. Я говорю, что это? Он говорит, сломалась.
Говорю, как? А где? Говорю, это вторая. И такая понимаю, что она в розетке, наверное. И смотрю, все, у меня розетка одна у кровати. И там вот этот штырек, ну поняли, вилка одна. Застряла там и сломалась. И я такая просто, я сижу, свет, это же очень важная вещь. И что мне, либо новый этот, мне надо и из розетки вытащить эту фигню. Ну ладно, это я сама, наверное, смогу сделать. Я отключу просто в комнате. Сейчас покажу. Видите, вон он застрял, черненький. Что вот. Застрял черненький? Ага, кто-то тут балуется. Короче, вот, отвалилась и застряла вот там. Но здесь ток можно убрать, открутить вот эту вот штуку, да, и просто плоскогубцами вытащить. Это я смогу сделать, починить да розетку, да. А вот эти моменты, блин, ну все, это мне либо вилку надо менять полностью, либо вот эту вот штучку вообще бы надо поменять. А где мне ее такую взять, я не знаю, у меня даже и нет ничего. У меня еще один свет есть, надо посмотреть, что там за ток. Короче, и вот это вот я села и думаю, ну блин, вот сейчас мне вообще этого головника не надо. А мне снимать сегодня. Как мне включить ее? Трындец. На улице, кстати, сейчас вообще отличная погода. И, ну, сегодня будет дождь вроде бы как прям, да? А завтра будет капать. А у нас под открытым небом, как бы, днюха, да? Но, в принципе, вот такая погода мне нравится, что не жарко, и, в принципе, можно чуть что покупаться, особенно для особо смелых, там уже, когда выпьем, то все, и даже под дождем классно купаться, так что я не против. Навес небольшой есть там. В общем, посмотрим, будет как будет. Мама тоже сегодня мне звонит такая, говорит, ну что, что ты будешь делать вот так вот, а если дождь, а ты думала? Говорю, мам, я не хочу вообще ни о чем думать. Будет как будет. Чуть что, все под навес. Чуть что, я не знаю. Не знаю, будем под дождем отмечать день рождения. А что, это необычный день рождения под дождем. Тоже хорошо. Есть что приключения вспомнить. Главное, чтобы нам всем весело было, правда? Короче, я хочу подумать только об одноразовой посуде, красивой, которая там будет. И все, я непосредственно завтра уже закажу суши. Рядом там у нас шашлыки делают вкусные, шашлык закажу. Это, кстати, заехать туда узнать, как, может, заранее им надо как-то сказать. Вот, и торт тоже, мадам Безе. Я хотела написала женщине, которая делает обалденные торты. Она, правда, их уже полтора года как не делает, но посоветовала мне девочку, которая, они вместе учились. Я говорю, она делает такие вкусные торты, как вы, это ж как же, я же вообще мечтаю, это я люблю, обожаю, вспоминаю эти торты, он диетический, с персиком, нежный, это самый вкусный торт, который я когда-либо пробовала. Я уже 2 или 3 раза у нее заказывала торты, а она уже полтора года не работает. Она говорит, ну мы вместе с девочкой с этой учились, если что, пусть спросит у меня, я ей скажу, что за торт она делала мне, повторит. Я вчера пишу этой девушке, она говорит, извините, но я знаю, что заранее надо заказывать, но я вся была в бегах и все такое. Она говорит, извините, но у меня, я сейчас делаю огромный свадебный торт, и типа просто даже сейчас нет времени вот общаться, давайте завтра. А завтра уже вот сегодня, да, и, конечно, она мне не сделает торт там за одну ночь, еще если она там свадебным занимается, устала, ну как бы... Обычно за неделю торты заказывают. И я думаю, ой, не буду заморачиваться я с тортом, я заморочусь вот заранее, с ней поговорю, с тортом для Дэни. Вот. А себе не буду заморачиваться, есть мадам Безе, вкусные тортики, я возьму 2 каких-то разных тортика, попробуем, посмотрим. Вот. Короче, все на заказ, вот так вот. Вот сейчас я заморочусь только алкоголем и посудой, и сумка-холодильник. Вот и все. Так, первым делом я проштудировала Лента, Ашан и Метро. И самый большой широкий выбор это, как думаете, где? В Ашане. Там есть у них вообще золотистый какой-то набор. Вот я хочу золотистый весь купить. Только там я видела вилки, ложки, я не пойму с тарелками, что они прозрачные или золотые. На картинке не видно. Короче, поедем в Ашан. Там огромный выбор, просто огромный выбор этой пластиковой посуды. Вообще было бы хорошо куда-то вообще, есть ли вот магазин пластиковой посуды, так сейчас поищу. Ой, я как начинаю заморачиваться, у нас есть, конечно, рыночек тут один,
даже не я не ищу дешевле посуду, я ищу просто выбор красивый, я хочу красивую, серебристую, например, или золотистую, вот золотистую было бы хорошо, мы ели все из золотистой одноразовой посуды, представляете, ну как красиво она будет и красиво лежать. Ну, посмотрим, конечно, еще. Прозрачную не хочу, обычную белую пластиковую не хочу, сильно цветную тоже не хочу, чтобы она там прям бросалась в глаза, такая разноцветная вся. Я еще думала взять, может, посуду типа Барби, что-то такое, может, я еще купальник возьму Барби, и такое все будет Барби-Барби, типа девочка. Ну, может, у меня еще и такое стрельнет, посмотрим. Короче, в Ашан, походу, придется ехать, там реально самый большой выбор. Не люблю в последнее время сильно большие сумки. Я там теряю свою маленькую камеру. И мне все время кажется, что я ее забыла. И думаю, а, твою мать, надо подниматься наверх опять. Но нет, я ее нашла. Короче, погода вообще вот замечательная. Спасибо, что сегодня хорошая погода. Позавтра тоже будет такая. Как бы жарко, на самом деле. Жарко. Но не пипец, как жарко, чтобы сходить с ума. Вот. Если будет завтра такая же погода, то можно и купаться, и веселиться, и отдыхать, и и загорать даже, несмотря на то, что солнце не палит. Вот, и это будет хорошо. Вообще, я ловлю себя сегодня на мысли, что у меня какое-то вот настроение, вот кто знает просто из моих близких, те знают, что у меня мысли сейчас вообще о другом, если честно. И я ничего не хочу делать, короче, ничего не хочу делать, мне хочется свалить быстрее. Свалить из города, так скажем. Вот. Но нужно быть здесь, нужно сделать все запланированное, и с Денькой обход сделать, раз я перепутала дни, день рождения справить. Для меня вообще день рождения я не для себя делаю, честно. Вот всегда уже последние дни рождения для меня это просто повод собрать всех моих друзей вместе. Вот прям вот вместе и повеселиться вместе. Потому что, мне кажется, только вот раз в год на свой день рождения, да, ты можешь, именно ты можешь собрать именно своих друзей, да. Когда я хожу к кому-то на день рождения, они своих собирают, это не то. Там я, да ты, да твои друзья и близкие, да. А здесь именно в мой день рождения я имею право пригласить всех именно своих близких, друзей, вот, да, кого я хочу видеть. И это другое, и это раз в год. И это круто, когда могут между собой познакомиться мои знакомые, друзья какие-то, заочно там знать друг друга, представлять о друг друге мнение какое-то, да? Ну и как бы что-то в этом есть свое. Поэтому я могла бы, конечно, да, этот день, я солидарна со многими, кто день посвящает себе и не отмечает этот праздник. Все понятно, вот. Но мне хочется вот собрать друзей, накормить их, вот, знаете, не, накормить, напоить, поржать, повеселиться, вот, детей, нет-нет, развлечь. Просто, если, знаете, такое ощущение, когда ты, если можешь это просто сделать в любой момент, да, ну, как-то странно, да, что за выходки такие барские, да, ты там выбрала себе такой день, а давайте-ка я вас всех напою, накормлю, сниму местечко там, и мы все повеселимся, ну, как-то странно, да. Ну, как бы, я не богатей такой, если бы у меня было дофига денег, я бы, конечно, может быть, так и делала бы раз в месяц, собирала бы всех. Но это как-то было бы странно, да, такая, что за замашки? А день рождения — повод уже. Это уже повод, это уже не замашки, это вот как бы вот надо, давай-ка, собирай. Вот, как бы положено, вот в том смысле. И в этот день ты с удовольствием, я как бы с удовольствием трачусь и все такое. Просто мои мысли немножко сейчас в другом месте, вот. И хочется скорее заняться делами и скорее поехать, вот. Так что такие дела. Попыталась сейчас еще, не хотела никуда выезжать, попыталась онлайн ну, думаю, закажу алкоголь онлайн. Вообще алкоголь онлайн не привозят нигде. Набираю мартини, а мне мартини стакан выходит. Шампанское, а мне шампанское стаканы выходят. Только пиво можно заказать. Я не знала просто. Вот. И я одноразовую посуду хотела заказать. Думаю, еще одноразовую посуду одну. Она легкая. Я бы вот алкоголь и соки заказала бы, да, много, чтобы не тащить. Но в итоге придется тащить. Короче, первое, куда мы поедем, это метро. Потому что оно ближе. Но я не могу найти свою карточку метро. У меня их вообще две было. Короче, посмотрим, может, они по номеру телефона сделают мне какой-то пропуск там. Я же числюсь в базе.
Стою в пробке, представляете? Четыре машины в ряд просто. Офигеть. Вот этот период. Ой, хорош, мы приехали в метро. Идемте, посмотрим, пустят нас без карточки или нет. Подсказали мне, то я, гляньте, огромный магазин. Я же растерялась, честно говоря, куда идти, где пластиковая посуда. Стою спиной к ней, и мне мужчина говорит, вот она, пластиковая посуда. Так, сейчас я что-то выберу, посмотрю. Море пластиковой посуды. Хочется что-то красивое, но я так посчитала, это может быть очень дорого, поэтому сейчас я все-таки поскромнее чуть буду. Во, вот эти мне нравятся. Глянь, какие красивые. Бутылочка у тебя там, иди бери. Девочки, короче, два пакета огромных. Я взяла это все на 9 с лишним тысяч. Вы представляете, я ничего практически не взяла. Я офигела на кассе. 9 с лишним тысяч. Так это еще не все. Здесь еды нет совершенно. Здесь алкоголь и пластиковая посуда, и торт. И все. И я сейчас еще в один магазин зайду. Мне там еще надо напитки купить. Я, короче, в шоке. Это достойно отдельного видео. Закупка на днюху. Сколько всего я потрачу в итоге. На втором канале по-любому будет видео. Я не знаю, девочки, по-моему, не так дешево выходит мой день рождения. Уже, считай, пятнашки нет. И сейчас еще еда на пятнашку будет. 20 тысяч получается на свою днюху. И то ничего особенного просто я не делаю. А на день рождения Деньки там плюс еще аниматоры, торт на заказ. 5-6 тоже выйдет тортик. 6. Этот 5. Я сейчас купила за полтораху. Попробуем, кстати. Мне кажется, он вкусный. Пристегивайся, солнышко. Короче, я в шоке. Бюджетно не получается. Но на самом деле я взяла дорогой алкоголь. Вот. Можно было бы взять попроще чуть-чуть, но что-то мне захотелось. Немного народу на самом деле будет, и мало кто еще и пьет. Что-то захотелось как-то красивенько, чтобы было. Все-таки я решила, что я не буду отдельное видео снимать, потому что я просто все это дело не хочу тащить домой. Мне бы хотя бы один алкоголь только потащить домой, чтобы в холодильник его убрать, чтобы он охлаждался. Мне, короче, сейчас надо освободить холодильник дома. Все должно быть холодное. А потом собрать всю сумку холодильник, погрузить в машину и быстренько повезти туда. И тоже там, я не знаю, поместится у меня все вообще в сумку холодильник или нет. Сейчас буду разбираться. Сейчас, короче, надо как-то домой все это поднять, огромные сумки. Купила еще вот такие вот стаканчики. Разноцветные, красивые очень. 350 рублей где-то стоят, по-моему. Сколько здесь штук, кстати? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 12, 13, 14, 15. Зачем я считаю? 25 штук. 25 штук, а у меня еще, я помню, брала стаканы, они у меня закончились, и взяла крышки. А крышка почему-то в 2 раза больше или в 3 раза больше, чем стаканов обычно. Вот у меня крышки остались, а стаканов нет. Я чисто интуитивно по памяти взяла стаканы, сейчас померила крышки, идеально подходят. Так что у меня теперь с собой чуть что вот такие стаканчики. Хотя с кружкой сейчас, термокружкой, очень удобно, что стаканы не понадобятся, но иногда они прям нужны, поэтому пусть будут. Сейчас на самом деле пришла совершенно вообще упадок сил каких-то, я не знаю, нету энергии или нет чего-то, я не знаю, что-то должно меня подталкивать обычно, когда у меня все горит в одном месте. Короче, вот прям пришла, может, я устала просто, у меня всегда какой-то выход, когда я занимаюсь нелюбимым делом, да даже и любимым делом, все равно энергия как-то истекается, а по магазину я вообще не люблю ходить. Вот и прошлась. Так я в один магазин только съездила, и все. Задолбалась. Вот эти тележки, вот эти сумки сейчас тащила наверх. Но я что-то оставила внизу. Я сказала, да, что я не буду отдельное видео снимать. Я лучше завтра начну день. Типа день моего дня рождения. И вот я сниму этот весь день очень подробно. Ну, постараюсь максимально подробно. Что я буду делать на голове. В чем я пойду. Что я купила, сколько потратила, вот, потом мы придем на место, я там украшу по минимальному, ну, стол я имею в виду, там место украшать не буду, никак ничего брать не буду, и закажу суши, вот, посмотрим, короче, что как вообще. Вот, сегодня мне позвонили еще родственники, говорят, что, возможно, у них не получится прийти там. Короче, разные ситуации у каждого. Кто-то болеет в последний момент, вот так. То ЧП у кого-то вообще, ну, короче,
какие-то такие события всякие разные, поэтому я до конца не знаю, что будет. Вот. Но сколько человек придет, столько придет. У меня, ну, как бы я не обижаюсь, если что-то меняется, какие-то планы меняются или что-то случается, я всегда вхожу в положение, в этом ничего нет такого. То есть, с одной стороны, я делаю праздник для друзей, для родственников, чтобы собрать всех вместе, как я вам говорила, а с другой стороны, все-таки это я для себя же их собираю, да, это для себя я все равно все делаю, поэтому, как бы, главное собственный настрой, вот, и... Главное, собственный настрой, и главное, чтобы у всех все было хорошо, и им было комфортно. Поэтому, если кто-то по какой-то причине не сможет прийти на день рождения, поуважительно, естественно, то я пойму. Вот. Ну, вот кто-то уже не может прийти, простыли там дети. Ну, спасибочки. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Кормилец мой. Маму конфетками кормит. Короче, мне надо видео снимать. Два. Именно сегодня. Сейчас чуть-чуть отдохну. И начну. Мои хорошие. Так подходит наш день рождения. Я только просто малого уложила, и сразу мне тут экран мой светит мне в глаза прям. Преддень-рожденный день подходит к концу. В общем, я переживаю, чтобы пораньше встать. Поэтому сейчас пораньше встать и успеть смонтировать вам видео, вот это, которое я сейчас заканчиваю. Поэтому я сейчас встала, сейчас я его быстро смонтирую. И только потом лягу спать, и еще надо будет пораньше встать, и я хочу что-то же себе на голове сделать, прическу какую-то, накраситься, собраться. Маме, наверное, надо сказать, чтобы она приехала ко мне на часик раньше сюда, потому что у меня будет куча сумок, еще и Дэня, и все это надо тащить, короче. Нужна помощь, нужна help. В общем, ладно, все хорошо, все замечательно. Жду завтрашнего дня. Хочу скорее, чтобы он прошел прекрасно. И все, и расслабиться. А то вот эти, знаете, ожидания, подготовки меня напрягают. Все. Увидимся уже в следующем влоге. И увидите, как я провела свой день рождения.